Йоу-йоу-йоу, магнитолог, Magnetoplay, и как вы уже поняли по названию, видео роль, а сегодня у нас реакция на жеребьёвку Кубка мобильных серверов, да, и перед началом видеоролика я рекомендую подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик для уведомления о моем канале. Так что перейдите через ручки, усаживайтесь поудобнее, ну и мы начинаем. Вот у нас это жеребьёвка. В общем-то, жеребьевка Кубка мобильных фиферов прямо сейчас на ваших экранах будет. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы ваша мама жила вечно. Мы начинаем. Пум. Ебейший переход, кстати, блядь. Просто ебейший переход. Я жду реакции на этот кубок мобильных фиферов, на жеребьевку этого кубка мобильных фиферов. Сейчас я... Ну, насчет матов, ты, конечно, перегибаешь палку, братан. Симурочку, чтобы записывать всех группы, типа, короче, чтобы были. Сейчас. Так, жду реакции на этот кубок, жеребьевку кубка мобильных фиферов, но мы погнали. Вот, Надеюсь, что мне группа останется достойная. Ну, считаю. Жеребьевка в старом, любимом стиле нашего комьюнити на... ущербном фоне. Ущербный я. Ну, чел, да, нормально. Чел, и просто топ. Долбоёб, короче. Вот. Вот участники все. Обычные бумажки, просто не как у кофирного, там эти шарики, которые можно подогреть, там что-нибудь подмазать, что ли, чтобы можно было подмешать. Нет, тут ничего не подмешаешь, это обычные бумажки. Да, сойдёт. Главное, что жеребьёвка была самая суперская, самая топовая жеребьёвка. Вот, я беру и начинаю. Поехали, блядь. Вот, все. Я не смотрю, вот вам. Вы смотрите, я не смотрю. Никаких подмешаний быть не может. А, мы не верим, братан, мы не переживаем. Всё лично, нормально. Бот 1, это человек... Это, короче, это не бот, это... Да, мы это бот 1, он будет в группе А, вот, и мы будем ждать участь, чтобы он нашёл. Вот, сразу говорю. То есть, этот человек... ждет своего участника. Еще я забыл сказать, то, что там есть чел с ником Максимил Футбол, но он слился, и вместо него будет Кирюха 24, но это не написано там. Вот. Поэтому вот так вот. Так же... Ну, тем не бывает, да? На каждом кубке и не такое бывает. Еще. Далее, второй участник группы Б. Поехали. Ромасик Продакшн. Мой любимчик на этом кубке. Вот так вот. Вот он мне вот за рубль дал за то, что я его подмешаю в хорошую группу. Проходи. Да, какой-то продажный получается. Продажная жеребьёвка получается у меня. Продан. И это у нас Юрий Поломарчук. Вот он. Человек, у которого нет... канала, точнее нет канала, а нету названия для канала просто. Вообще-то канал у него есть, и как бы он снимает ой, просто какие-то тупо вот, видео. Мы в последний момент не интересные. У него страницу ВК удалили, вот, то есть мы знаем только его канал. И все. Вот это вот очень плохо. Вот это вот достаю. Это у нас Качан ФК. Качан ФК. Вот так. Я, естественно... Качан ФК, я его знаю, он был на кубке мобильных фиферов. Очень хочу, чтобы мне попалась лайтовая группа. Пока хочу в группу С, потому что там Юрий Поломарчук, он, думаю, изи проходимый, надеюсь очень на это. Вот, рассчитываю выйти, с, блядь, с первого места, убираю нахуй. Тубади, Тубади, чуть-чуть ему не хватило, чтобы попасть в одну группу с Ромасиком. Но, еще возможно. Возможно, то, что в Кроматику попадут тоже интересные люди, и будет очень интересная битва. Ну, думаю, что я в эту группу не попаду, но...
хотелось бы посмотреть, попасть. Вот, блядь, ну чуть-чуть, ну тубади, ну, блядь, реально. Мешаю. Вот давайте в камеру буду смотреть вот сюда. Хочу все-таки посмотреть. О, Максим Элфутбол, АК Кирюха 24. У нас старички собираются в группе Б. Вот так вот. То есть, получается, Кирюха 24, Ромасик. Группа Б. Ромасик, кстати, это тот чел, которого заметил Райзен. И очень надеюсь, что Райзен еще раз нас, блядь, два взял, вытащу. Как-то так получилось, не знаю. Клянусь, не знаю. Так, смотрю в камеру. Да, все нормально, не переживай. Не переживай, хорошо. Достаю человека, и это у нас Уралтай. Блядь, все, хочу в группу С, там просто это самая лайтовая группа. Да мы все поняли, давай уже начинай. Очень хочу в группу С. И сейчас мы узнаем того, кто победит Качану. Это последнюю группу. Я бы очень не хотел Качану, потому что состав ебейший просто у него, я вам скажу. Exit Music. Ну, слушай, неплохая группа собирается. Последний попадает. Очень хотел бы видеть его в группе с Тубади, либо с группой с Ромасиком. Вот. Ну, так получилось. Если я попаду в группу С, то это будет самая неинтересная группа. Пока что. Если там еще какой-то проходной попадется. Беру. И это у нас Профан. Профан. Вот это фаворит группы А. Тубади тебе будет непросто. Ага, вот. И так вот. Поехали дальше. Ну да, смотря как они будут играть между собой, и посмотрим. Мешаем. Я нихуя не вижу, клянусь просто, блядь, жопу свою ставлю, блядь, блядью буду просто. Старо, да, Старо попадает в группу Кромасику, это интересная группа, это самая интересная группа пока что на данном турнире. Блядь, и сейчас момент истины, я хочу в группу С. Ну, слушай, группа Б по мне кажется просто огонь. Попасть в группу С. Может быть меньше. О, давай, все. Давай, лайфанчат, достаем карточку лайфанчата просто. Просто достаем карточку. Блять. Мешаем еще раз. Я случайно увидел, но там был не я. Спартанос в группу С. Блять, и сейчас становится жестко. Потому что. Блять. Ну реально, блять. Ты поменьше маты говори, а то я мокрый. Качану, блять. Я хочу с первого места спокойно выйти, блять. Все на расслабоне. Гел фифа. Вот это интересная группа, потому что два сильных соперника попали в одну группу. Это будет очень интересно, блять. И сейчас мы узнаем. С кем будет играть Тубади в первом туре? Да, это самый, наверное, интересный у нас персонаж. Я очень не хочу к Тубади. Магнетоплей. Блин, это я. Блин, ребята. Как же это будет сложно, ребята. Я прям чувствую, как я проиграть начну. Тубади в первом туре. А, кстати, Ромасик Продакшн играет в первом туре со Старо. Тоже, блядь, ебейший первый тур. Просто что за хуйня происходит? Ну, в принципе, прав, конечно, но... Качан ФК играет в Вилл ФИФА. Это что за первый тур? Ух, жестко. Что сказать? Да. Блядь, что я смотрю? Я не понимаю. Прошу прощения. Все, я не смотрю. Не хочу. World Football News. World Football News попадает в группу. Реально, все старички комьюнити, это группа Б и просто интереснейшая. Максимально интересная. Ну что, вот тут где-то я. Вот я не знаю, где вот тут или... У нас кто остался? Я не знаю, я и еще кто-то. Но у нас лайтовая группа С. И не очень лайтовая группа Д. Если я попадаю в группу Д, ну это пиздец. Вы знаете сами, я думаю, сами понимаете. Я как бы организатор, я хочу зайти как можно дальше.
этого человека берем. Вы видели, я не смотрел. Если это я, блядь, миллион лайков под этим видео, блядь, и... Да, хорошо, поставим лайк. И я вот делаю для себя группу смерти. Поехали. Ебануться, блядь, ебануться просто. Охуенно. И у нас последний участник, это Football News 24. Все, все, ебать. Ебать, это кубок фиферов, нахуй, блядь, каких-то... Ой, я молод. Да, блин, ты можешь не материться вообще, братан? Самая интересная группа, группа Б. К ней будет очень много внимания. Кирюха 24, Стара, War Football News и Ромасик. Все, кроме Стара, играли в прошлом кубке мобильных фиферов. И то Стара тоже мог попасть, но его почему-то не позвали. То есть в то время на прошлом кубке мобильных фиферов он был одним, он был в нашем комьюнити, там, типа, главным, одним из главных там интересных лиц. Вот. Будем наблюдать за Тубади, ждем первого участника, точнее последнего участника нашего кубка. Это первый участник группы А, вот, который ебейшая группа, мне пиздец повезло, я вам скажу, вот со Спартанцем будет тяжелее всего, но второе место мне должно быть обеспечено. Всем спасибо за просмотр. Я говорил про подписку, про лайк, вот, я питаюсь вашими подписками, вот, поэтому ставьте подписки и лайки тоже. Комментируйте, комментарии. Всем пока. Ну, да. Сегодня мы с вами посмотрели реакцию на жеребьевку кубка мобильных фиферов. Ну, ладно, ребят, давайте прощаться. Сегодня с вами был, как всегда, я, Magnet Play. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и прожимайте на колокольчик для уведомления о моем канале. Берегите себя и своих близких, играйте только хорошие игры, и всем пока-пока.